Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы будем разговаривать на трех языках с вами. Сегодня в гостях у меня... Рудольф. Рудольф Энд. Kannst du mir bitte Vorstellung machen? Okay, du willst was über mich wissen. Yeah. Was willst du wissen? Ich will wissen, woher du kommst, wo hast du geboren, wo bist du geboren natürlich. Und zuerst möchte ich fragen, warum hast du entschieden, in Kazachstan zu studieren? Das ist sehr wichtig für mich. Okay, erstmal, ich komme aus Deutschland, bin dort aufgewachsen, aber ich bin hier in Kasachstan geboren. Also wir sind jetzt gerade in Almaty da. In Merkel, ja? Ja, ich bin in Merkel geboren, Taraz, Jambul. Und ich war 2 Jahre, als wir nach Deutschland gegangen sind, kann mich aber nicht an Kasachstan erinnern. Ich habe keine Erinnerung. Aha. Und das ist einer der Gründe, warum ich wieder hergekommen bin, um einfach zu schauen, was ist das für ein Land, wo ich geboren bin und was mich so viele Jahre geprägt hat. Weil meine Eltern sind so kasachisch, russisch-deutsch aufgewachsen. Ja, sie sprechen Russisch und Kasachisch? Russisch. Mein Opa hat Kasachisch gesprochen. Ah, und sie hat gut gesprochen? Mein Opa, ja, konnte fließend sprechen. Ah, okay. Okay. Und kannst du mir bitte sagen, was studierst du? Ich studiere an der Kiemelb-Universität in Almaty. Ich studiere Journalismus, also internationaler Journalismus und Massenkommunikation. Das ist ein bisschen lang. Ja, im Masterprogramm, ja. Aha. Und da habe ich jetzt angefangen, im ersten Semester. Aha, okay. Я буду говорить тебе нашу еду. Okay. Ты должен найти, которая наша еда, а которая не наша. Okay, давай. И сказать, понравилась тебе она, или ты еще ее не пробовал, ну, не знаю. Окей, okay, ты имеешь в виду, ну, казахские блюда, или казахские и узбекские, потому там здесь тоже есть. Скорее всего, казахские. Но могу говорить... Ну, там есть бешбармак. Окей, okay, решу. Так. Окей, okay, давай. Окей, цуэст, ну, ладно, бешбармак пробовал? Ну да. Пробовал, папа готовил дома. Папа дома готовил? Ну, конечно. Когда ты в Германии был? Да. Ничего себе. Окей. Тоже с бараниной. Ну, не лошадь, нет, лошадь, лошадь. Лошадь, да. Да, нет. Ну, он готовил с бараниной. Лошадь вы не кушаете? Я кушал в Германии тоже. А в Европе, по-моему, не кушают, да? Ну, это не так, как famous, ну, так как, не знаю, как по-русски. Ну, по-моему, я слышал, что они, ну, типа, лошадь – это лучший друг. Да, когда я, ну, когда я здесь был, в Казахстане, я поставил истории, Инстаграм, я там лошадь покатался, ну, как? Ага, да, покатался. Покатался, и потом я писал, о, попозже я буду кушать эту лошадь. Мои друзьями, девчонки из Германии, они сказали, как ты это можешь делать, ты катаешься там и потом кушаешь, как это возможно? Да. Ну, корейцы то же самое, они вот собаку увидели, съели. Ну, они очень вкусные. Собаки? Нет. Лошадь, да, вкусная. Да. Как, лошадь как? Коза, да, по-моему? Коза? По-казахски? Тут сидим ни одного казаха, кроме меня. Дальше, баурсак. О, что это? Ну, я помню это имя, но... Это хлеб, получается, не хлеб, а... Жареное тесто. Жареное тесто, да. Вот такое вот квадратное, оно бывает ровно. А, это... Еще жирное очень. Я думаю, это... Я кушал мерке вот это и... Да. Не помнишь, да, наверное? Нет, я знаю, что это, я только... Сейчас подумаю, если это казахский или нет. Я думаю, да. Ну как, понравилось? Да. Окей, пельмени. Это русские. Окей, ладно. Я попробовал. И мама всегда готовила. Ладно. Это казахский. И как тебе? Я попробовал это как, ну, я думаю, который любит сыр. Да, они, да. Они да, тоже да. это любят. Поэтому это честно. Очень такой сильный... Ну да, из молока также сделано. Да. Окей, шубат. Шубат что это? Шубат это молоко верблюда, по-моему. Это как кумис, не? Да, типа такого, но кумыс, он немного... Не знаю. Не это. Из шубата сделан, по-моему, и точно не знаю, как это делается. Дони, скажи. Кумыс это молоко лошади. Да, молоко лошади. Да, я попробовал. А шубат молоко верблюда. Да. А, окей. Ну, получается, кумыс для нас считается как алкоголь. Это как кефир? Это Кефир это вообще другой. Ну да, ну я не... Кумыс просто это как для нас считается. Да, я знаю кумыс, а это шубат я никогда... Шубат это... Он как... Его можно вместо еды еще пить. Okay. То есть, если ты его выпил, то ты себя сытным чувствуешь. А кумыс его можно как алкоголь использовать. Да, я знаю, я... Ну, ферментация такая. Да. Да. Я не знаю, я шубат... К-
Keine Ahnung, ne? Keine Ahnung. Я думаю, да. Das hat keinen Unterschied, ne? Das ist ja. Я думаю, да, это казахский. Окей. Это казахский? Да. Но также у наших близких народов, у киргизов, у кыргызов все это есть тоже. Окей. И одинаковые имя? Ну, почти одинаковые, просто некоторые рецепты другие. Окей. Дальше. Теперь третья тема. Вот ты, например, прилетел, да, в Казахстан, мы с тобой уже об этом обсуждали. Вот ты прилетел, да, в аэропорту стоишь, что ты делаешь с таксистами? Я не... Да, это каждый раз я приеду, и они такие, ну, есть хорошенькие, конечно. Которые честно берут, да? И есть такие, они такие наглые, и скажут, такси тебе, и я уже такой. Очень, я хотел быть nice, ну... Nice, to be nice. Да, как по-русски? Вежливым. Да, вежливый не хотел быть такой, не знаю, открытый человек, да, а да, потом да. После второй раз, третий раз я уже только так езжу и так делаю, и иду, и ничего. Фоков, да? Да, и я возьму мой телефон и возьму, такси. Да, и все. Окей. Ну, ты знаешь, да, что наши таксисты также берут у иностранцев по 40-30 тысяч тенге? Да, я знаю. Я, когда я поехал в Мерке, ну, с Айран, автобус, стейшн, до Мерке, там был один такси. Драйвер, он сказал мне, ну давай, дай мне 50 евро, и я тебя поеду сразу с клима. 50 евро, куда захочешь, да? Да, куда захочешь. Я сказал, нет, я знаю цену, я жду, ну жди целый день, не поедешь никуда, давай. Я сказал, у меня тенге есть, ну ты не понимаешь тенге, давай евро, и поедем. Да. Ладно, ну надо как-то тоже с этим решать. Вот теперь вот такой вот вопрос. В Германии, когда ты рос, знали ли твои одноклассники, что ты в Казахстане родился? Да, сразу. А есть ли, ну, вообще, что немцы думают о Казахстане? Они думают, что это Россия, или как Россия, ну, потому это так... СНГ, Советский Союз. Да, потому они скажут, да, это одинаково все там, и там, ну, нету инфраструктуры. Да. И там очень, да, опасно жить, ла-ла-ла. Согласен. И это был один reason, один, ну, это тоже потом, почему я приехал сюда, потому я хотел показать моим друзьям там в Германии, эй, это не опасно, есть друзья, ну, такие хорошие. Да, да, ну, если честно, я сам лично боюсь после 12 гулять. Да? Я себя чувствую небезопасно. Ну, а центр ты можешь ходить? Ну, центр ладно, но... Ну, Казахстан Хотел. А там. Ты был на Ташкентской Розбакиево? Нет, я уже слышал там. Райымбеку Розбакиево. Ну, блин, я там не хватит у меня смелости гулять одному. Ну, я слышал вчера, это было, что Казахстан самый safe country in the world, да. Нет, safe в плане, возможно, Но не самый, ну... Environment. Да. Потому что в Алмате только землетрясения могут быть, а так никакого. Особо, ну, вулканов нету, змей ядовитов нету, кроме каракурцев, вот этих пауков. А так, самое, ну, может, землетрясение, ладно, и только. Ладно, пятый вопрос. Как тебе студенческая жизнь в Казахстане? Хорошо. И только это? Ну, студенческая жизнь. Про кимэп, можешь сказать? Ну, ты знаешь, я не бакалавр студент, так у меня другой жизнь, рутин каждый день. Поэтому я работаю. Только работа? Работа и ночь хожу пары, и потом экзамен, это все. И чуть-чуть другая система. И это уже, ты уже привык учить, поэтому ты уже знаешь, как надо, ну, сделать все. А вот, например, те, кто бакалавр сдают, сами немцы в Германии, они как, у них... Студенческая жизнь, прям гулять или только учиться? Когда я был бакалавр студент, у меня было очень трудно, потому у нас было так много домашней работы, у меня нет времени было гулять и там. А ты бакалавр также на журналиста учился? Нет, я учил intercultural studies. Intercultural studies. Ну, культура и теология. Да. А какой университет? Это академия такая. Intercultural Theology Academy. И я получил мой диплом из Америки. В Бонне? Нет, Америка, United States. Мой диплом, мой bachelor диплом is from United States. А учился ты сам в Германии? Да. А в каком городе? Либенцель. Это маленький деревня. Ага, Дов. А где находится именно? Возле? Это ближе Штутгарт. South of Main? Ну, подожди. Штутгарт там Майн? Нет, Штутгарт там Майн, но нет. Не другому Штутгарту, да? Штутгарт, ну это, ты знаешь, Factory of Mercedes. Да. Factory of Mercedes? Да.
Some headquarter. А ты там был? Да. Блин. Ну я там жил 10 минут. Окей. Так. Как вот когда ты сюда приехал, вот я знаю, что у иностранцев большой контраст. Вот ты вот, например, прилетаешь сюда с Германии, aus Deutschland, где Mercedes, BMW, Volkswagen, Panzerfaust, танк, там, я не знаю, MP40, 44. И ты прилетаешь сюда, и ты в Казахстане. Какие отличия у тебя между Казахстаном и Германией? Вот, ты имеешь в виду, когда первый шок, раз приехал? Да, культурный шок какой у тебя был. Ну, ты знаешь... Я жил там South America 18 месяцев, и я уже познакомился с другим жизнь, стиль жизни, ну, очень, ну, другой, чем в Германии, поэтому, когда я приехал... То есть ты в Северной, в Южной Америке какое-то время да. жил? Где именно? Парагвай, Асунсьон. Парагвай? Да, я работал в детский дом. О-о-о. Даже это интересно. Что ты думаешь, почему я уже... Да-да-да, то есть у тебя особо шока не было, да? Ну, шок, может, возможно, в еде. Ну, наверное, ты уже и так знаешь, там еду нашу. Ну, ты знаешь, там в Германии мы всегда были такие не немецкие, не русские. Мы всегда были такие, ну, in the между between, ними, да. Не знаю, какие... Ну, мы, конечно, мы всегда думали, мы такие казахские, русские. Так, потому немецкий сказали, идите назад. Окей, последний вопрос. Скучаешь ли ты по Германии? Почти еще нет. Ну это, ты знаешь, это такое, когда ты новый иностранец живешь. Первое время такое как ханиму, ну, после свадьбы это первое время, когда все хорошо, да, да, все хорошо, я так люблю моя жена, это все, да. А после 3-4 месяца это уже как ты помнишь, что ты понимаешь, что ты здесь, да, и что ты не в Германии. Это уже такое серьезно, и рутина, и потом ты начинаешь видеть негативный здесь, и это нормально, это культура шока, а у меня нету. Это как это на казахском. Конфетный букетный период, где поля командор, да? Типа такого. Не понимаю. Ну, типа, ты говоришь все это, а у тебя самого такого нету, типа, из-за этого. Да, нет, ну, конечно, я скучаю по семье, по... Да, натурально. А для блюда нет, потому мама всегда готовила манты. Да. Теперь я хочу сказать, что Рудольф за 4 месяца уже успел поработать со мной 2 раза. Ну, это вот сегодня 2-й раз. Также он, так как учится в КИМЭПе, он уже работает в КИМЭПе. Как? Graduate assistant. Как ассистент профессора, да? Да. И уже зарабатывает. Ну, и также он уже снялся в фильме «Келинка Сабина», 3-я часть, по-моему, да? Да. Работал вместе с Нуртасом Адамбаевым. И... Ну, я не... У меня там нету диалог было. Ну, это ну... Как экстра. Эгаль. Ну, да. Эгаль, ду бис хе, зайт фе мотен, ду хас... Гутес либен хе. Я? Так, что еще? Что еще можешь о себе сказать? Что ты еще работаешь в модельном агентстве, у тебя был опыт с Саваш, по-моему, да? Саваш бутик, ну, Лили Рах, у меня был, я ходил фотошутинг. И еще ты был на открытии фестиваля, да, какого-то? Almaty Film Festival, я был хостес. Ага. Я, это было очень funny. Как? Интересно. Интересно. Прикольно. Прикольно, потому что я открывал двери машины, и там актрисы, и так famous people, они ходили, и я никого не знал. А мои коллеги, они такие, первый раз в моей жизни я вижу, я могу трогать. Я такой, кто это? Ну да, но сейчас я больше и больше знаю, и мне очень интересно. Ну, мне кажется, что где-то через год, если Рудольфу дать, он уже более-менее освоится и начнет прям хорошие деньги делать. Как думаешь? Надеюсь. Не, ну, я уверен в этом. И теперь мне вот тоже. Такой вот вопрос вам. Я, когда с ним познакомился, у меня был очень большой вопрос. Сколько ему лет? Не скажешь, пожалуйста. Нет, я не буду говорить. Нельзя не знать. Но... Ответьте ему, вот, как думаете, сколько ему лет? 18. Нет, nicht 18. Мне 18, ему не 18. Ну, ну почему нет? Душой. Да. Окей, погадайте, сколько ему лет. Если угадаете, я вам напишу в директ. Чао. Чао. До свидания. С вами был Рудольф Энц. Рудка Файнцом. А, да, и подписывайтесь в Инстаграм также. Я скину внизу под постом. Окей, данка. Не за что.